Последствия снежной стихии в области до сих пор не ликвидированы. Без света остается 31 населенный пункт. Над устранением проблем работает 95 аварийных бригад «Одессаоблэнерго» и 156 единиц техники. Я думаю, что на ближайший день-два все без выключения будут подключены. Я нагадую, больше, чем 1100 опор, які були повалені, яких треба було поновити. Деякі опори знаходились просто в озерах, в болоті і таке інше. Добавлю, в городе Вилково электроснабжение восстановлено частично. Сейчас свет есть в многоэтажных домах, частный сектор будет подключен в ближайшее время. Ранее власти опасались, что завершить работу удастся только к началу февраля.